Реклама пиццы. Сёма уже спит. Эти банальные цели, там поход, поездка на море. Никого из людей нет. Кто-то там орёт. Это произошло на наших глазах. Мы наконец-то приехали во Владивосток. Сегодня... Да, кто-то хочет кушать. Мы сегодня целый день гуляем, представляете? Первым делом мы пойдем кушать, конечно же. Улица Семена! Как-то раз мы были в одном кафе, я пофотографировала еду, выставила в сторис, им понравилось, и нас пригласили во второе их заведение, чтобы я также все поснимала, выложила, и нам бесплатно дадут цвет один набор там. Да-да-да, там картошечка фри, наггетсы, всякие луковые колечки. Короче, идем кушать, за счет Инстаграма наконец-то что-то получилось. Мы знаем, куда идти, но мы не знаем, правильно ли мы идем. Правильно. Вот знаете, мы сейчас гуляем, и тут никого из людей нет. Ездят только машины, либо ходят люди, которые доставляют еду. И мы. У-ху, мы наконец-то пришли. Вы посмотрите, какой шикарный набор. Бонусы системы. Наконец-то пошли. Пожарим. Вот это не красиво? Красиво. Представляете, стоило не снимать видео буквально 10 минут. И первый зашел кошмар. Слушайте, мы стоим на светофоре, нажали кнопку, там написано, что через 90 секунд загорится зеленый свет. За эти 90 секунд таксист подрезал мотоциклиста. Мотоциклист улетел. Слава богу. Он его сбил, реально. Слава богу, все хорошо. Но было очень страшно. Там с мотоциклом что-то, но это так. Главное, с мотоциклистом все нормально. Но все равно было очень страшно, потому что это произошло на наших глазах. Прекрасное место у моря, сейчас будем писать цели на осень. Правда, не знаем, как долго продержимся, потому что светит солнце очень сильно. Хотели найти тенек, но тенька нигде нет, поэтому пришлось тут. Вчера мы с мамой уже наклеили фотографии, и сейчас будем просто записывать цели. Они, кстати, у меня тоже уже в телефоне все написаны, осталось переписать. Короче, пописали цели, написали 38 штук. Вот, а теперь пошли в магазин, потому что там сидеть невозможно, жара просто. Эта часть блога называется «В поисках воды». Сёма хотел представлять шоколадное мороженое. Я говорю, бери клубничное. Он говорит, нет, не возьму клубничное. В итоге шоколадного не было, поэтому мы взяли клубничное. Хотели мы вкусный коктейль попить. Жалуйся.
вкусный. Только чуть-чуть теплый. Короче, да. И мы хотели какой-нибудь вкусовой, а он безвкусовой. Ну, то есть просто белый, понимаете? Я мороженого не ощущаю в теперь. Просто сладенькое молочко. Мы продолжаем этот видеовлог. И сейчас пришли в такое прекрасное место. Попили коктейль наконец-то. И продолжаем все цели. Я цели делю на разные группочки. Первая — это просто моментс. Тут всякие, ну, такие, знаете, банальные цели. Там поход, поездка на море, поездка в деревню, собрать виноград в деревне. Надеюсь, что наш Том справится с обязанностью и сбережет виноград от птиц. Также Хэллоуин. Тут поездка на речку, озеро, покататься на лошади, разобрать гардероб. Можете кое-что взять, переписать к себе и посмотреть фильм «Джулия и Джулия Робертс. Готовим счастье по рецепту». Мама писала это в цель еще в летнюю, но мы так фильм не посмотрели. Сёма уже спит, мама цели вроде пишет. Я вообще завидую тем людям, кто живет в Владивостоке. Мне кажется, это суперский город. Ну, тут просто прекрасно. Мы сели себе, вон Сёма вообще лёг. Что, погнали дальше? Какое-то настроение, да, сонное стало? Да, после травы. После травы. Расскажите о ваших чувствах. Куда мы идем? Сейчас идем по улице и все на этом. Гуляем. В кафе будем кушать вкусную пиццу. Хочу вам рассказать прикол. Я удаляла, короче, фотографии всякие старые. Сейчас Сёма тут потанцевал на камеру, я его засняла и начала удалять фотографии, видео, которые сейчас снимала. Это капец, я не знаю, как его сейчас попросить снова потанцевать. Так танцевал тут, старался, а я удалила. А мама меня и обозвала. Тормозочек, говорю. Да, бывает. Снесу еще раз, пожалуйста. Пожалуйста. Реклама пиццы от Сёмы. Смотрите, мама фотографирует Сёмин взгляд нервный на пиццу. Можно? Можно? Терпёшь. Ей не только тормозочек, а еще свинка небольшая. Сёма сейчас выбирает еще одну пиццу, чтобы еще одну получить в подарок. Короче, две покупаем, одну в подарок. Морёт. За нами приехал папа. Мы сейчас еще буквально чуть-чуть погуляем. Папа. Представляете, и уезжаем. Мне так грустно. Верьте в свою мечту, идите к ней, у вас обязательно все получится. Я вас очень сильно люблю. До следующего видео. Ну, пока. Все. Ладно, пока.